Ну, окей. Все движения мы начинаем с левой ноги назад. Пока будет так. И мы делаем по 3 шага. При этом, например, партнерша делает 2 шага вперед, перенос веса, потом идет спиной вперед. Мы идем сначала спиной вперед 2 шага, шаг, перенос веса, потом грудной вперед идем. Потом мы учили элемент, который называется коридор. Суть элемента в том, что мы оказались на коридоре, и нам нужно поменяться друг с другом местами. А мы делаем первый шаг с левой ноги назад, с левой ноги назад в диагональ. При этом мы шагаем не в сторону, а наша стопа должна уйти назад от нашей текущей ноги и затем уйти в сторону. Ну, я не делаю прям квадрат, я просто шагаю туда. Затем партнерша идет со мной, я еще один шаг назад. Здесь не переводится, а просто шагаю вперед. То есть ты шагаешь вперед, вперед. Из этого шага можно удалить, потому что ты не знаешь. Просто вперед. То есть дистанция одинаковая, шага у меня. Нет, через голову. Ага. Вперед. И нога будет даже с ногой. Вперед. Вот, отлично. Да? Итак, я шагаю назад в диагональ. Я шагаю назад, просто доношу вес. Я развернулся, грубо говоря, на 90 градусов. И вторую часть поворота я делаю на вторые 3 шага. Шагну, шагну, дадим. Тум, чи, чи, тум, чи, чи. То есть я не пытаюсь развернуться полностью за 3 шага. Я их делаю вот так. Так легко запутаться. У меня есть 6 шагов. Я за все 6 шагов разворачиваюсь. Тум-чик-чик, тум-чик-чик. При этом, по сути, я разворачиваюсь. Вот 2 шага я повернулся, третий шаг просто вперед. Затем 2 шага я повернулся, просто назад. Для партнерши здесь важно сохранять одинаковое расстояние. Не ходить мимо и как представить, что будет в другом. То есть он говорит, что она все время напротив меня стоит. Я шагаю стрелки назад, назад, вперед, 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 назад. Угу, хорошо. На длинных руках, потому что уже можно пройти здесь. Добавился шаг. Здесь партнерша уже может идти не в меня, а просто вперед. Вперед, вперед, развернулся, и спиной назад. Тум, чи, чи. Вперед, вперед, развернулся, спиной назад. Тум, чи, чи. Это у нас получалось, да. Давай вираджини теперь. Ага. Теперь там смотри, твои шаги. Ты шагаешь назад, назад, и последний шаг вперед. То есть не подставляй ногу рядом. Шагни назад, у тебя позиция одна нога впереди, другая сзади. Шагну, одна нога впереди, другая сзади. И затем перенес вес каждый раз. Затем с правой ноги начинаешь вперед и доделываешь. Вираджини. Начинается точно так же. Мы делаем первый шаг назад в диагональ. Затем мы переносим вес на правую ногу. Важно каждый шаг переносить ногу. Идем в бок, а потом туда же, куда и смотрели. То есть я элемент начинаю, я смотрю на стену. Я делаю шаг назад, я смотрю на стену. Корпус разворачиваю, смотрю все еще туда. И последний шаг разворачиваюсь и телом туда, куда смотрю. 3 шага, вот я это сделал. То есть, конечно, шагаю справа вперед, и девочку просто закрываю. Могу опять выйти с левой ноги, базовый шаг. Всегда с левой ноги двигаемся. Шагнул слева назад, развернулся, накрутился, перенес вперед. Затем мы делали с разворотом. На 180. Да, здесь лучше сделать с шагом назад. То есть первый шаг такой же. Затем мы шагаем левую на партнершу, уже ее разворачиваем спиной. И последний шаг умеренно я двигаю вперед. Самый сложный шаг. И здесь девочку нужно развернуть лицо туда, куда мы идем. После третьего шага ты должен суметь остановиться, чтобы тебя не несло. Затем следующий шаг я делаю вправо, влево, вправо. Так, я открываюсь назад, шагаю вверх на партнерши, доделаю шаг. Тунчичи. И все обычно. Если это будет тун-та-тун. Так, девочка, здесь следить, чтобы расстояние между нами не менялось. И последний алсоповорот. Поворот. Все точно так же. Начинаешь с левой ноги назад. Шагну. Второй шаг между партнерши. Но на вираджини ты бы открывал ее подальше. На повороте будешь делать шаг в сторону. Так, только так. Затем мы девочку поворачиваем. Ты шагаешь в сторону, назад, вперед. Или на месте, на месте. В сторону, на месте, на месте. Важно прошагивать и пропускать шаги. Девочка у нас сделала шаг в сторону. Ну и пока такой вариант. Шаг за себя. Давай в сторону,
назад и вперед. Шагом, и ты назад и вперед. И забираешь ее опять базовый шаг. Вот так еще раз ты шагаешь назад диагонально, между нас партнерши, потом открыться с ней, дистанция все время одинаковая. Залетаем еще в сторону, назад и вперед. И выходите. Все, это самое важное.